Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального роуминга для сотовой связи, сообщает Интерфакс. Он подразумевает отмену разных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе России. Также закон должен отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами региона, в котором он регистрировал номер. Полная отмена роуминга ожидается в первой половине 2018 года. За прошлый год население Земли увеличилось на 83 миллиона человек, пишут «Известия» со ссылкой на немецкий фонд «Население Земли». Таким образом, сейчас на планете живет более 7 миллиардов 635 миллионов людей. Больше всего прирост заметен в Африке. Сейчас популяция там составляет 1,3 миллиарда. По данным фонда, уже к 2050 году эта цифра увеличится в два раза. В настоящий момент самой густонаселенной частью света является Азия. Там проживает 60% всех людей Земли. Челябинская транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Баландина за нарушение пожарной безопасности, информирует 74.ru. В здании неправильно работала система оповещения об опасности. Также были обнаружены грубые ошибки в управлении эвакуацией людей при пожаре. В итоге руководителю аэропорта было вынесено представление и выписан штраф в размере 75 тысяч рублей.